Начнем с хорошей новости. Междуреченцы добились своего. Напомню, после бездействия управляющей компании МУБ-МУК жители Дзержинского 12 обратились в июнь. Рассказали о проблемном подвале. Вот эти жуткие кадры и комментарии людей. Позвоним, они вызовут, колодцы нам почистят. Ну, два дня. Два-три дня вроде нету запаха. Потом опять, особенно зимой. И вся беда в том, что тут трубы сгнили. Потому что даже вот в 2016 году инспектор был у нас здесь, Михеев, и вот он нам написал здесь, ответ прислал. Система канализации не закреплена и не герметична. Выявлено увлажнение основания подвального помещения от утечек на инженерном оборудовании. Подвальное помещение захламлено. По результатам инспекционного обследования в адрес МУП МУК выдано предписание на устранение выявленных нарушений. Нам нужно тут сделать нормальный ремонт, все. Это вот сырость с подвала, это вот она и будет постоянно, и мошка, и все здесь летать, пока это все не устранят. Июнь несколько дней добивался комментария управляющей компании. Нам пообещали заменить трубы, и сегодня мы проверили. Работы действительно ведутся. На Дзержинского 12 планируется провести работы по замене системы водоотведения. Как внутридомовой, так и наружной. От фундамента дома до колодца. Когда это планируется начать делать? Это завтра. То есть 17 октября? Да. А почему до этого не делали? Были же жалобы. Ну, жалобы были. Дело в том, что капитального ремонта с момента постройки дома, а это 79-й год, ни разу не проводился. Но собрание, которое мы проводили по утверждению тарифа, не состоялось. Соответственно, перечень работ по замене этих коммуникаций не был утвержден. Да, были выявлены, что трубопроводы необходимо менять. Эти работы были запланированы на октябрь месяц. На нашу просьбу отреагировали муниципальная управляющая компания. Приехали, но с помощью телеканала «Июнь». До этого никак мы не могли ничего добиться. Ни от кого никакой правды. Вот сейчас они разрыли, вытащили трубы старые. Ну вот посмотрим, как они это сделают. Но нам еще надо, чтобы они нам откачали там вода, убрали весь мусор, фекалии это все, что почистили. Чтобы это все не гнило, не воняло у нас. На этом история не закончилась. Междуреченцы из соседнего дома по адресу Дзержинского, 20, говорят, в их подвале такая же картина. Мы вновь обратимся в МУБ-МУК. Подробности в следующих выпусках.